Поехали! Мужик работает у чувака, у хозяина на заводе, там, хозяин завода такого, фирма здоровая такая. И он его вызывает, говорит: слушай, ты моей дочке нравишься, не хочешь жениться, блин? Говорит: да ну, вы знаете, что-то ваша дочка, ну, такая страшная, что... Чувак, я тебе, блин, приданное, блин, такое дам, что капец. Я тебе ползавода дам, я тебе миллион еще на книгу положу, блин. Я тебе любую машину из моего парка выберешь. Короче, будешь в шоколаде. Да я все это, конечно, хорошо, но... А как же ее трахать буду? Она страшна, как смерть. Ну так мешок на голову оденешь и все, и трахай себе. Представляй там себе, кого хочешь, Софи Лорен, понимаешь? Говорит: блин, ну давайте. Проходит года 4. Он купил жене на день рождения картину. Говорит: жена, куда тебе повесить? Говорит: ну, давай, наверное, вот сюда. Он так залазит на этот самый, на лестничку. Говорит: давай молоток, и гвозди давай. И он прицелился, как даст я по пальцу. Говорит: ебать! Она: мешок, мешок, мешок! Сидят два брата, одинаковы с лица. Один говорит: ну что, брат, пора спать? Он говорит: да, спать пора. Ну что, брат, гаси свечу? Он говорит: ну да. Фу, фу, не могу, помогай. Второй брат: фу, фу. Блядь, и у меня не получается. Что делать будем? Он говорит: не знаю, давай мамку позовем. Давай. Мамка! Мамка! Приходит мамка. Звали? Да, мамка, поздно уже. Да, мамка, спать пора ложиться. Надо свечу загасить, мамка. Фу, фу, блядь, не получается. Что делать будем? Может, батьку позовем? Да, давай батьку позовем. Батька! 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 Приходит папка. Блядь, ну что, звали? Да вот, папка, поздно уже, да? Батька, свечу надо загасить, спать ложиться. Мамка говорит: папка, помоги. Папка: блядь, не получается. Что делать будем? Давай бабку позовем. Давай. Бабка! 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 Приходит бабка. Бабка, поздно уже. Пора спать ложиться. Да, бабка, помоги свечу загасить. Давай, мать, помоги. Помогай, мать. Бабка подходит. Вот блядская семейка.